Итак, следующая достопримечательность Израиля – это его потрясающие творческие уличные художники, а точнее граффити. На данный момент в стране очень лояльно относятся к подобного рода искусству. Если не жалуются жители города, то даже не выписывают штраф, а их творения не закрашивают и не стирают. А также каждый день проводится множество частных туров по стрит-арту. Это очень туристические места, и здесь всегда многолюдно. Подписывайся на канал, там еще много интересного о путешествиях и жизни за границей.